Warxul, бачили на серії Metal 3, посвященному проекту T.O.R.N.A.P.A.R.T. Который уже в этом году будет праздновать свое 21-летие очком. Я сегодня расскажу о альбоме Supporation. Это компиляция из синглов и миллионов за период 2017-2007 года по 2014-2016, да. Вот это выходил на кульмине с рекордс вместе с миньоном T.O.R.N.A.P.A.R.T. Переключу. Вот. На кульмине с рекордс выходил в таком издании вместе с миньоном T.O.R.N.A.P.A.R.T. Вот. На кассете же он выходил по отдельности. Получается, на диске кульмине с рекордс выходила компиляция плюс миньон T.O.R.N.A.P.A.R.T. А на Vibrio Shackle Records это Depressive Illusion Records выходило две кассеты. Separation, вот так выглядела кассета. И T.O.R.N.A.P.A.R.T. Огромное спасибо Сергею Федерсону. Это мой друг. У него проект Молох. В стиле Black Metal. Он мне помог с дизайном обложек. Это мой дружбан. Вот. Рекомендую покупать его кассеты, диски. Вот. И вот получается на гульмерец рекорсовых. Вот так выглядит диск. Ну, картинки прилагаются, да. Все, подписывайся на мой канал. А, кстати, да, более подробную информацию о моих музыкальных творчествах читай, переходя по ссылке внизу на мою группу на Facebook T.O.R.N.A.P.A.R.T. Там статья очередная, читай. В следующем выпуске я расскажу о альбоме Star Rubicon. Это уже более ближе Black Metal. Все, ну об этом ты узнаешь в следующее воскресенье. Все, пока-пока. We'll be right back.
sick enough to fuck me! Yeah.